Всем привет! После изготовления настольной лампы из дерева для своей дочки я посмотрел, что уже пластмассовые часы не очень хорошо смотрятся возле той лампы и решил сделать еще и часы из дерева в комплект той лампе. Вот такие вот у меня получились часики, как будто это иллюминатор подводной лодки, мне напоминает. Кому интересно, как я делал эти часы, смотрите видео дальше. Мой будильник состоит из таких деталей. Это вот такое вот труба, можно сказать, корпус, склеенный из пяти частей, из пяти колец. Липа, ольха и это кольцо декоративное из дуба и ясеня. Сделал я его таким образом. Секундочку. Плотновато входит. Хорошо, когда плотновато, конечно. Вырезал из цельной доски склеенной на микрошип. Сейчас уже жалею, что сделал на микрошип, потому что шипы видно. Просто вырезал кольца нужного диаметра. Склеивал их между собой. И шлифовал внутри и снаружи после склейки. Крайнее кольцо я сделал. Уже из сегментов набрал ясень и дуб. И сделал его немного шире за эти кольца, чтобы там получалось у меня четверть. Эта четверть сделана для того, чтобы туда вставить стекло. Вырезал я стекло из обыкновенного оконного стекла тройку. Не хотел вставлять пластик, пластмассу. Сюда хорошо уже подогнано. Влазит. И это стекло уже будет прижимать циферблат. Здесь еще фрезеровка будет. Циферблат у меня сделан из вот такой вот досточки. Не знаю, сколько здесь миллиметров, 6-7. Это черешня. И склеил я сначала с большой широкой доски, сделал из липы склейку, вот видно стык. И потом вырезал внутреннюю часть, приклеил к липе, чтобы не развалилось, потому что здесь миллиметров 2-3 стенка. После того, как приклеилась уже эта досточка к черешне, вырезал наружную часть. Перед приклейкой этой доски, уже она большая была снаружи, внутри отверстия, пошлифовал внутреннюю часть, потом приклеил к этой доске и уже вместе эту с этой вырезал по наружу. Получилось это как армирующая. Получилась деталь для липы, для того, чтобы она не полопала по слоям при выпиливании. И эта часть уже прижимает стекло. Прижимает стекло. Будет прижимать стекло. О, и стекло болтаться не будет. Подставку сделал из этих же досок, что и сами часы. Тоже ольха, липа, ольха, липа. И механизм, часовой механизм, будут тоже делать из дерева. Шестеренки разные, пружинки и все остальное. Вот из этих деталей.
Я, конечно, пошутил. Думаю, вы не поверили мне. Я такой бешеный мастер, чтобы сделать механизм деревянный. Для этого я использую донор. Вот эти вот оригинальные, фирменные, дорогущие китайские часы. Сделал циферблат. Такие прикольненькие, корявенькие цифрики. Электровыжигателем выжигал. Мне нравится такой стиль. Неаккуратный. И сделал углубление под механизм. Вот донора разобрал. Механизм вынул. Детали остались. Все хорошо подходит. Сейчас буду лакировать вот таким вот водным лаком.